Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. С мужем в браке 6 лет, последние 4 года, постоянно общается с кучей женщин сайтов знакомств. Ловлю, говорит, больше не буду. Я прощаю все очень быстро, понимаю, так нельзя. Вечером с четким решением развестись. Как только говорю ему все развод, он начинает активно писать, звонить, просить прощения и все такое. Как быть? Ну, смотрите, с чего здесь можно начать, да, пожалуй. Это с того, что вы ловите человека, то есть. Вот. Складывается такое впечатление, да, что ребенок, да, значит, творит какие-то шалости, вот, а вы его ловите. То есть вы выступаете здесь, ну, как? Вы здесь выступаете как надзиратель, да, наверное. Как мама выступаете здесь. Вот. И хорошо ли это? Вот в чем вопрос. То есть, ну, такая вот родительская позиция, да, по отношению к вашему мужу. Вот. То есть, насколько это адекватно? Вот. Если мы, ну, как-то вот говорим, да, об этом. Насколько это адекватно и насколько это вот вообще соответствует взаимоотношениям мужа и жены. То, что вы его пытаетесь там на чем-то поймать. Вот. Поэтому первое, наверное, и главное, ваша ошибка заключается в том, что вы пытаетесь человека на чем-то ловить. Вы пытаетесь человека на чем-то ловить. И как бы это, ну, на мой взгляд, приводит к тому, что человек вот еще больше, да, хочет действовать вот так, как он действует. Но это всего лишь, скажем так, это всего лишь следствие, это не причина, не первопричина проблемы. Вот. А первопричиной проблемы я бы назвал немножко другое. Первопричиной я бы назвал то, что любая вот такая история, вот, связано с, ну, вот, с общением, да, это означает, что у вас в семье есть определенные конфликты, то есть определенные проблемы во взаимоотношениях между вами, то есть между вами и вашим мужем есть проблемы определенные, вот. И эти проблемы, они не решаются, то есть, вот, ну, грубо говоря, да, вы их не решаете, вместо этого вы просто там пытаетесь мужа ловить. Вот, когда, если это, ну, как-то вот не срабатывает, да, например, вот, то вы переходите к разводу. То есть, ну, вот, как бы, ну, пугаете человека, что ли, тем, что с ним разведется. Вот. То есть, ну, опять же, вот насколько это адекватно, да, то есть, насколько адекватно игнорировать проблемы, которые, ну, которые между вами есть, вот.
насколько адекватно как-то вот их не замечать, да, эти проблемы. Вот. Это очень важный момент, как мне думается. Вот. Потому что себе вы, ну, я бы сказал, никак не помогаете. Вот. И, в общем-то, то, что происходит сейчас, ну вот, с мужем, да, то, что он вот общается там с другими женщинами, да, это вследствие того, что он решает какие-то проблемы, которые начались вот, ну, в ваших отношениях, вот. И, соответственно, как мне видится, кажется, нужно делать анализ ваших отношений, вот, анализ ваших отношений, чтобы увидеть, вот, какие проблемы у вас, ну, с вашим мужем наблюдаются, что это за проблемы вообще, вот, и их корректировать. Чаще всего вот, подобное происходит от того, что значит, супружеская модель взаимодействия, да, ну, между парой начинает искажаться. То есть люди находятся в таких отношениях, да, вот, в которых им, ну, вот, некомфортно, скажем так. Ну, просто вот, просто некомфортно, вот. Они находятся в таких отношениях. Вот. То есть, ну, это вот искажение, определенного искажения, да, то есть нарушение полуролевых ролей, нарушение гендерных ролей. Вот, и так далее, по сути, да? Вот. А другой вопрос, как бы, хотите ли вы это решать, потому что развод, это, ну, не решит проблему, потому что теоретически, если вы, вот, ну, кого-то еще, ну, другого мужчину встретите, например, да? Вот, есть такая большая вероятность, что с ним будет то же самое. Вот, поэтому тут, как бы, на мой взгляд, вот, нужно, конечно, этот момент разбирать, именно вот момент вашего поведения, вот, и того, как вы, значит, выстраиваете взаимодействие со своим мужем. Это такой момент, следующий момент. Значит, то, что вы описываете, вероятно, ну, позволяет нам вот в какой-то степени говорить о том, что между вами и вашим мужем недостаточно общего. Вот. То есть очень бы хотелось здесь разобрать, что общего между вами и вашим мужем. Ведь, ну, вы же понимаете сами, да, наверное, что так было не всегда. Я имею в виду, что он не всегда так делал, не всегда так себя вел, не всегда так поступал. Вот. Понимаете, да? Вот. Значит, что-то изменилось.
Вот. Может быть, общего стало меньше между вами. Вот. И это можно и нужно корректировать, это корректируется в этом. Особо сложного ничего нет. А вот. Еще один важный момент заключается в том, если между вами доверие. То есть разговариваете ли вы друг с другом, делитесь ли вы своими переживаниями, чувствами, эмоциями, получаете ли вы совместные впечатления и так далее. Тоже очень важный момент. Ну и последний момент, то, что вы говорите, прощаете все очень быстро. Несмотря на то, что это последний момент, это очень важный, едва ли не самый важный момент для нас, как для психологов. Потому что простить можно все что угодно. Это не является какой-то, опять же, проблемой. Но вы говорите, что вы прощаете слишком быстро так, как будто бы прощать вы не хотите. То есть не совсем понятно, что такое прощение здесь. Ну, то есть вот что вы вкладываете в прощение. Что такое для вас прощение? Что это? Вот. Это первое. И второе, непонятно, как это происходит. То есть, ну вот если вы прощаете, да, как это происходит? Понимаете, да? Вот. Такая вот история. Потому что прощение – это принятие, а вот, ну, как бы ощущение, что вы принимаете человека, да, ощущение, что вы его принимаете, нет. И опять же, очень важный момент, который я хочу зафиксировать, что вы не должны. То есть, если вам не хочется, да, то вы не должны принимать. Но вы это делаете, делаете быстро, и как будто бы не совсем понятно, о чем идет речь. Вот. Дальше. Вы говорите, что после этого начинает звонить и писать. С одной стороны, это чувство вины перед вами. Ну, то, что он делает, это вот вызывает. Вероятно, чувство вины. Вот. Значит, то есть ваша реакция вызывает у него чувство вины. Вот. И он на этом чувстве вины, да, проявляет к вам внимание. То есть, о чем это говорит в первую очередь? Что у мужчины нет, как будто бы, других способов по отношению к вам быть мужчиной. Вот. То есть, опять же, вопрос заключается в том, а как вы общаетесь с человеком, когда у вас вот все в порядке? То есть, ну, общаетесь ли вы, да, если общаетесь, то как общаетесь, и так далее. Вот. Вот на это нужно обратить внимание. Потому что если, человек хочет, да, с вами быть мужчиной, да, например, или ему не хватает этого, или он чувствует себя
ну, каким-то не таким мужчиной. Это и подталкивает его, значит, к тому, чтобы общаться с другими женщинами, ну вот, с этой знакомой, ну, с этой знакомой, вот. И последнее, о чем я хотел бы сказать, это о том, как вы реагируете на то, что он так себя ведет, то есть как вы реагируете на то, что это происходит, вот. Каким образом вы на это реагируете, что это происходит, что вы ощущаете, вот. То есть вас это задевает, ну, например, вот. Если задевает, да, то как вас это задевает, вот. Это очень важный момент, на который нужно обратить внимание. Понимаете, да? Вот, в принципе, то, что я хотел бы сказать сейчас. С точки зрения, значит, психотерапии, с точки зрения психологии, вот, с точки зрения моего опыта вот, работы с, ну, с такими проблемами и так далее. Дальше. Вы спрашиваете о том, как быть. А как быть, чтобы что? Что вы хотите? Ответ на этот вопрос показывает вашу направленность. То есть, если вы хотите, чтобы ваш муж перестал, например, это делать, да, то нужно что-то менять. Вы же сейчас, на данный момент, что делаете? Ну, по сути. Вот. Вы требуете от него этого не делать, но ничего не меняете в своем поведении. И что это? Что это? Если не проблема. Вот. Как-то так. На этом все. Я надеюсь, что вам это было интересно. Надеюсь, что вам это было полезно. Буду вам благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Я вам желаю всего самого доброго, удачи. Обращайтесь за помощью, не затягивайте, проблемы можно решить. Всего самого доброго вам.